простые люди, которые просто рассказываем про свою работу, конечно, технику, делимся своей практикой. Да, друзья, привет, привет. Угадайте, к кому я сегодня в гости пришел? Привет. Всем привет. Многие люди знают, это Саня и Паша. Я к ним был всего лишь год назад, но улетел он очень быстро, хотя год был достаточно трудный. И с каждым годом все труднее и труднее. Но в любом случае, как-то эти люди умудряются выживать еще и развиваться в таких условиях. Тебе очень много экскаваторов-погрузчиков, катерпиллеров не так много. Себе собирают в России. Ну где-то 40. 40 будет. Подгорочку. Вот я не успел, кстати, вот на Sony Holland, но я его тоже зимой на своем, потому что на Sony Holland есть спидометр, можно посмотреть, сколько километров. Не знаю, он врет или нет, но до 48 его разогнал на ровно. Он более такой скорострельный. В чем секрет? Вариантов нету, дороги назад нет, только вперед. Только вперед, да? Да, наш секрет — это трудолюбие, любовь к своему делу и желание работать. Скажите, вот этот экскаватор вы купили уже, ну, год с чем-то назад, да? Год там и пару месяцев, да? Да. Получается. Ну, скажите, процесс эксплуатации, минусы, плюсы, выгодного ли было решение покупать такой экскаватор-погрузчик впервые, невыгодно? Заработали вы на нем что-нибудь, не заработали? Какие трудности были? Можете ли вы посоветовать кому-то еще так же поступить, купить экскаватор, как бы начать эту тему, либо нет? Начнем с того, что мы техникой никогда не занимались, именно такой строительной, дорожной, да, специальной техникой. Это наша первая покупка, и выбор был, в принципе, только из нового. Потому что покупать старый, учиться на старом, и чтобы он стоял сломанный половину времени, это был не наш вариант. Поэтому был вариант купить новый. Вот купили его в лизинг, успели купить. Год отработали, за год накатали на нем 2600, да, часов уже. Но отработали очень много, получается. Активно работали. Активно работали передним ковшом, задним. Гидромолот вообще на расхват у нас был. Мы сразу решили, что мы будем работать гидромолотом, потому что гидромолотов здесь нету. Никто не хочет работать на них. С гидромолотами намучились, это отдельная как бы тема для разговора. Сам экскаватор-погрузчик, какие у нас были трудности? Шланги. Шланги из-за гидромолота. Задняя линия, задняя стрела, именно шланги, которые идут на гидромолот. О, они летели много. Дальше с той стороны. Вот здесь проблема у нас была очень большая. Просто это было, не было вообще закреплено. Ага. Линия. И от гидромолота при большой вибрации у нас, во-первых, рвало шланги, во-вторых, вон там порвало вот здесь трубку. Мы ее просто сняли, отдали сварщику, он нам заварил. Потому что новая? Всё. Потому что новая стоит сколько? 15 тысяч, да. Рублей эта трубка. Вот это коротенький кусочек. Угу, угу. Поэтому решение было такое. То есть он много часов работал у вас с гидромолотом? Да. Кроме шланга, вот эта трубка, еще какие проблемы были? Какой у вас гидромолот? За сколько купили? Бэушный новый? Гидромолот новый, в традиции, импульс 150 и за 220, по-моему, тысяч рублей. Угу. Фу, отработал он полгода у нас, но активные работы как бы. Вообще не стоял, каждую неделю мы работали, были объекты, где мы работали. Два объекта, где по две недели мы с утра до вечера работали на гидромолоте, только по 8-10 часов каждый день. То есть гидромолот нужен? Однозначно нужен. Кто-то же должен эту работу. Кто-то должен делать эту работу, да. Те, кто боятся сломать трактор, разбить пальцы, ну, это их выбор. Наше решение было такое: есть трактор, он должен себя отрабатывать. Вот и все. Почем вы работали с гидромолотом вот в прошлом году? 2500 рублей час. В прошлом году? За наличные, да. За наличные. Если потом подняли до 3000 рублей. Когда у нас начались проблемы с этими шлангами, ага, возить его, ага, туда-сюда, мы поняли, что задний ковш, опять же, все как они называются, клыки мы стесали на нем, ага, потому что после работы гидромолотом ты всегда должен
это грузить, выгребать, ты бетон цепляешь ковш и пошел. И рвешь все это, естественно, нагрузка высокая. Ну, подняли до 3000, да, и по безналу 3,5 брали. С НДС, да. С НДС. И какое было реакция людей? Вариантов нет у людей, поэтому нас зовут все равно. Ну, было всегда, что ого. Или... ничего себе, почему так дорого? Всегда или... Всегда. А, то есть... Всегда, да. Ни разу нам не сказали, что... О, да, нормально, давайте, конечно. А в конце работы там люди как... Мы работать не умеем. Мы работаем на износ. И техника, и наша. Опять же, это, наверное, от неумения больше. Да, мы приезжаем, наша задача, я как привык. Ага. Ну, так же и Паша. Надо быстрее сделать работу. Мы работаем по часам, вроде бы мы должны не торопиться, а мы всегда делали так, надо быстрее сделать. Мы приезжали долбить, допустим, фундамент ленточный заглубленный. Получается, ты его сначала обкапываешь по кругу, потом начинаешь гидромолотом на себя долбить, потому что сверху не получается узкая лента. Да, только на себя. Пика вправо-лево скользит и все. Да, скользит и все. Поэтому нам люди говорят, вы так трактор забьете там туда-сюда, так нельзя работать, надо только вертикально. Ну, когда вариантов нет, мы так работали. И мы приезжали доделывать за людьми. То, что люди делали за 8 часов, мы делали за 2. Может, потому что мы плохо работаем, не жалеем технику, а может, потому что люди, наоборот, филонят. Может быть, и то, что техника у вас не самая слабая, я вам скажу. Может быть, и так. Мы много приезжали на объекты и за кем-то доделывали. То есть кто-то приезжал, мы даже не знаем, какой-то трактор, и клиенты жаловались, что вот, а как это вот так за день сделали? Мне 2 дня уже гидромолотом здесь ковыряли. И не могли сделать. Но мы, естественно, не жалея технику, тогда у нас не было опыта, не было операторов. Мы сами долбили, чтобы показать, что мы там хорошие, мощные. Могем, да. Ну, по сути-то клиент доволен. Клиент доволен. Клиенты все довольны, да. Хотя и ценник, ну, достаточно высокий был, если берем в России. Ну, в общем, он-то не высокий, если смотря соотношение цены экскаватора, всех расходников и ценник на работу, он никак не может быть ниже. Не может. Но по России, к сожалению, он низкий. Я думаю, что в этом году его постараются люди поднимать, наши коллеги. Мы уже стараемся. То есть в этом году уже будет новая цена, да? Мы работали по 2000 на ковше, на переднем, на заднем. Сейчас 2300 поставили. 2300. Да. Угу. Ну, это за наличку. С НДС по безналу 3000 мы берем и все. Угу. По гидромолоту дальше сломался у нас импульс, мы намучились, отремонтировали его, по гарантии нам его ремонтировать. А что сломались? Там, порвали пику или что сломал? Не порвали пику, у нас потекло масло с него. Прям текло масло? Прямо вот из пики, прямо изнутри, да. Прямо из инструмента начало течь. И через сколько это? Через полгода. Через полгода, да? Да. Ну а гарантия год, да? Гарантия год, мы обратились к компании, да? Компании, у которой купили, ага. Отвезли им, они сказали, ну это не гарантийный случай. А что гарантийный случай? Я не знаю. Вы, говорят, неправильно хранили его, и у вас там ржавчина на байке. Я говорю, как мы неправильно на хранили? На новом? На новом гидромолоте, если мы им работали, говорю. Они говорят, ну вы приезжали с объекта и клали его лежа, и он лежал, и у вас заржавел. И это не гарантийный ремонт, то есть вот так они нам объясняют. Мы готовы отремонтировать его за 100 тысяч рублей. Да, 93 что ли, что такое, или 96. Они нам... В итоге мы отвезли его в другую компанию. Подождите. Да. Лежа. И что там происходит лежа? Там якобы этот вроде баёк... как баёк, он остывает, когда на нем образуется конденсат. Угу. Водяной, и появляется коррозия, угу, на байке. Вот. Хорошо. Они сказали, что коррозия — это не гарантийный случай. Хорошо, скажите, а когда он стоит вертикально, он не остывает или что? Вроде как пика упирается в баек, нет места, где должна образоваться коррозия. Да, баек внизу находится якобы, и ну, что-то пика такое упирается в баек. Нам так объяснили. Пика упирается в баек, и что? Ну и все, и коррозии на байке не образуется. Ну там, если вот смотри, если когда ты закончил работу, там все смазал, все в смазке, там по сути никак не может выйти влага. Там само внутри камеры самой, где азот закачан. Угу. Они говорят, либо после работы стравливайте азот и храните его без азота, чтобы не появлялся конденсат. То есть такие вещи они говорят? Вот традиция к нам такие вещи говорила, да. Ну они, они знают, что такое вот вообще разница между азотом и простым воздухом, который мы дышим? Азот вот и есть очищенный воздух без никаких примесей, влаги и так далее. Нет, здесь, чтобы здесь мы можем на самом деле путать по поводу... то, что азот мы должны стравливать, они говорили. А еще они сказали, что высокое давление было слишком. Куда? Где? Ну, накачано много... Нет, большое давление было накачано. А кто накачали? Мы не качали, мы забрали у них и так и работали.
Получается, мы им сказали, что вы накачали, значит, много, вы нам продали гидромолот с большим давлением азота. Они такие, да нет, такого быть не может. Я говорю, а почему вы нам тогда продали гидромолот заправленный? Он у вас как, говорю, хранился? Вы можете показать, как у нас стоит? Он заправленный был, да? Ну, конечно, он заправленный был. А у вас баллон не с азотом не дали, они в комплект? Дали, нет, дали, дали. Почему? Но он был уже заправлен, вы его заправляли? Мы не заправляли, его вообще не трогали. Как, взяли, работали? Конечно, да. Мы никогда с ними не сталкивались, не знали там, понял, как хранить. Мазали, как написано, каждые 2 часа. Специальную маску. Ну, тут, видишь, тут дело не в смазке, тут дело уже в самой качестве, да? Возможно. Может, он у них долго на складе стоял. Никто же этого потом не знает. Потом мы взяли Дельту F6 там за 50 тысяч рублей, поехали, отдали еще там... 100 тысяч. 100 тысяч за ремонт. За ремонт. Он работает и лежит, и стоит, и сидя, и лежа. И вообще ничего. И в 2 часа ночи, если разбудить, тоже пойдет работать. Тоже пойдет, конечно. Понял. Ну, понял, спасибо за этот отзыв с гидромолотом. Ну, в принципе, у меня был импульс 2006 года, и лежал он и в снег, и никаких проблем не было. Видимо, ну, не повезло нам просто. Мы думали, что нам производитель компенсирует, потому что, ну, если бы мы пику сломали, если бы мы что-то не так с ним делали. Да. Но они померили, на самом деле, все, ну, как это называется, щели, ну, все, допуски, да. Все в допусках, износ. Ну, тут это вообще не оправдание, тут, потому что, вот смотри, весь экскаватор нагревается, вся гидравлика нагревается, топливо в баке нагревается, все, да, и все это остывает, и все это рассчитано, чтобы должно нагреваться, остывать, ну, никаких не это. Если у них заржавеет, должны были применить тогда комплектующие, которые не заржавеют, чтобы не было таких проблем. Ну, как-то вот. Ну это на их совести, что ж тебе. Как-то вот так, я понял. Да, ну я понял. Короче, 2 раза вы его, да? Или как? Да, что? Мы 1 раз отремонтировали, но там уже при ремонте, видимо, не так что-то вкрутили верхнюю крышку куда-то. А раз... кто? Они ремонтировали или вдруг? Не-не-не, не они, мы их забрали. Вы все-таки с ними уже не общаетесь, не ничего? Никак, не да, хотим. Не общаться, не вообще. Вы взяли гидромолот, обратились к другой компании. Да, да. Они нам за 50 тысяч рублей в 2 раза дешевле ровно починили. Починили. Да, починили. Но начал уходить азот. Ага, начал уходить. Как вы узнали, что начал уходить азот? Ну, мы приехали просто на работу, и гидромолот не долбил. Не работал. Мы заправили его, поработали еще час, через час он опять перестал долбить. Все, вопрос исчерпан. Вы позвонили? Ну, позвонили этим ребятам, которые сделали, сказали, такая ерунда. Он говорит, ну, везите. Отвезли? Отвезли, говорит, да, стравливает. В итоге нарезали там резьбу новую, втулки какие-то. И делали. Опять вы это заплатили все? Конечно. Мы платим за все. Вот так надо уметь работать. Наверное, мы не умеем работать еще. Наверное, мы не умеем работать, да. Нам не платят, а мы платим за все. Да. То есть приехал, котлован не выкопал, но ты сказал, ты мне заплати, я тебе еще и завтра приеду, не выкопаю. Еще не выкопаю завтра, да. Потому что у тебя расположение солнца, смотри, с какой стороны у тебя солнце. Неудобно копать. Ну и неудобно, конечно. Понял. Че, пойдем дальше, расскажите про... Какую вы ему кличку дали? Кабан. Это кабан? Да. А тот второй сикач? Старичок. Он старее, тяжелее, больше, поэтому он сикач уже. Каждый год, то есть за прошлый год вы еще белорус купили, да? Да, да. И в этом году купили этот 444. Да. А еще у нас на этом тракторе в прошлом году загорелось давление масла. И мы очень сильно испугались, помнишь, мы тебе звонили? Да, помню, конечно. И оказывается, просто датчик давления масла, оказывается, просто он ослаб. Открутился. Мы купили новый. Но этот мы, когда выворачивали, закрутили обратно, и все, он работает и хорошо. Ну, скорее всего, это результаты гидромолота. Возможно, открутился. Да. Ну, потому что открутится, как правило, все. Все надо контролировать, подтягивать. Поэтому, когда говоришь людям цену за гидромолот, они этого не понимают. Они говорят, да что там, приедь мне час поработай. Я говорю, ну как час? Я час поработаю, но возьму с тебя за 4. А как за 4? Ну... Не вот понимают так. Люди этого все равно. Ну, да, к сожалению. Хотя ломом он не пойдет, даже 10 человек не раздолбит. Надеюсь, посмотрит это видео, их будет хотя бы взаимопонимание какое-нибудь. Что еще делали, какие проблемы, кто обслуживал, какие масла, какой расход, значит, сколько заработка? Первое обслуживание, вот так, когда он был на гарантии, на 500 часов, мы вызвали Цепелин. Они приехали, все сделали, пробы масла взяли, там как положено. Заплатили мы за это дорого, не помню честно сколько. Посмотрели, а что там делать-то вроде.
И все, второе ТО, ну мы ТО положено каждые 500 часов, да. Мы делаем каждые 300-350, ага. Ну, стараемся. Ага. Да. Ага. Купили расходники, сами все сделали, ума много не надо. Открутил фильтры, слил масла, поменял. Понял, с маслами все понял. А масла у них берете, да, оригинальные? Оригинал. Масла брали оригинальные до этого. Ну, когда две... у них, когда где-то находим подешевле. Ну, тоже оригинал тоже или? Тоже оригинал. Оригинал, все, да. Катовский. То есть у вас сейчас стоит катерпиллерские фильтра все, да? Да, все катерпиллер стоит, да, все. И масла, и гидромолот. На 1000 моточасов, так как мы работали много гидромолотов, мы не пожалели, значит, нашли специалиста хорошего, да, который нам не задорого провел полнейшее ТО, угу. Везде, коробки поменяли масло, в гидравлике, в моторе, в редукторах, везде-везде поменяли на 1000 масла. Да, показал, как это делать, потому что мы не умели. Мы научились, теперь сами делаем. Ну, круто. И из поломок, какие поломки были с экскаватором? Ну, кроме... Чтобы не могли завести, чтобы не могли работать, что там? Не, ничего порвали, не было. Нет, трещина не сломалась. Колесо пробили, но это по дурости, по идиотству, по-моему. Я наехал просто на трубу, которая торчала из земли, ну, и все. В начале самого. Это было. В начале, да. Это мы знали еще в прошлом году. Да, ну и плюс, как всегда, наверное, как везде, оторвали вот это ухо сразу же, мгновенно. Не вытащили вот эту штуку и повернули, и все, здесь отвалилось. Ну, я думаю, что мы не одни. Ничего такие, страшного. Ничего, да, страшного. Ну, фонарик разбили, вот клеенный фонарик. Оригинальный фонарь стоит 30 тысяч рублей один. Мы взяли от УАЗика, отрезали, на герметик посадили. Вообще классно. 500 рублей, проблема решена. Опять же, от гидромолота, наверное, скорее всего, открутился вот этот стоячок. Ага. Ну, и либо зацепили что-то здесь, короче, потеряли решетку. И даванули снегом фонарь в снегом. Да. Решетку нашли потом. Решетку, да, в снегу нашли. В снегу нашли. Больше из поломок не было ничего. По расходу топлива сколько там за смену получается? Ну, в среднем хотя бы. Понятно, что это никак не определишь, зависит от характера работы. Но... При работе гидромолотом или задним ковшом, ага, расход 5-6 литров в час. То есть где-то... до 7, вот так. То есть за 10 часов это где-то 60 литров. Да, вообще, 3 дня, вот бак 160 литров, на 3 дня, ну, на 2,5 на 3 дня хватает работы. Ну, было, что и 3 дня хватало? Да. Было такое? Да. То есть занято. Это когда гоняют. Говорят, здесь сюда приедь, здесь копни, теперь подожди. Ага. И ты стоишь, ждешь, как бы. Если работать, конечно, на 3 дня не хватит. Когда работаешь передним ковшом, понятно, нагрузка совсем другая и... Можно и за задний скатать бак. Снег чистит. Ну, там за 12 часов, допустим, почти бак упасть. Снег чистить, я так скажу, это вообще неблагодарное дело, потому что он большой идет износ резины, как резина, износ всего идет, износ ножа, большой расход солярки, постоянно трактор в напряжении. Полный газ. Же, полный газ постоянно. Полный газ. А на снег берешь такую же цену, как и задним ковшом покопать. Я думаю, что за снег тоже надо очень, ну, как... дороже брать. Расходы большие, согласен. Расходы большие на снег. Ну, снега в этом году было достаточно, я думаю, почистили достаточно много. Всем помогли, кого смогли, спасли. Вы в процессе работы вот этого года, да, все-таки были, может, там по дороге, на одном объекте, на другой или так далее. Может, видели в сравнении, там было такими, что не хватало там мощность, скорость, проходимость, что там, какие-то моменты такие. Какую-то работу не могли сделать или что там, не заехали, не... Дело в том, что опыта нет на других работах, ну, на другой технике. Может быть, вы не смогли, кто-то вот приехал на другой экскаватор сделать или такие вещи вообще так. Мы приезжали, переделывали. Может быть, опять же, из-за того, что мы очень смелые за все беремся. Не было такого, что вы уехали, работу не сделали? Нет, ни разу не было. Так, то есть, если взялись, деньги платят, делаем? Да. И есть постоянные клиенты, за год у нас появились, и клиенты, допустим, вот, которые даже звонят и говорят, пожалуйста, приедь сам ко мне, никого не присылай. Я говорю, да я не умею. Не, ты вообще, ты умеешь, оказывается. И так, радость такая сразу на душе. Или хочется вот, ехать уже. Уже приятно работать. Да, или вот Серега, например, да, звонят и говорят, только Серегу, больше никого нам, это наш, все, мы только его. Там вот СНТ почистить снег, и вот они прям, нам только Сергея, вашего оператора, больше никого не присылайте. И вот такие моменты тоже приятно. Такие моменты приятны, да, что не зря мы это все делаем. Ну, честно говорю, практически он за год не изменился, я же его помню как год назад, кроме как
ну, краска немножко, да? Да. На триггерах. Кроме как краска, то особо визуально он ничем не изменился, да? Ну, в кабине еще чехол поставили, да? Да, конечно. И подножку немножко согнули. Подножку согнули, да. Ну, без этого никак. Без этого никак. Ну, кстати, здесь достаточно удобно подниматься. Ну, в кабине все целое, все стекла, да, ничего не сломали. Не, ничего никуда не упало. Все бардачок, да. все кнопки, все работает, все, что все есть. Все работает, все чисто, да. Есть пепельница у нас, трактористы в пепельницу ходят. Где? Да, а, вот. Пепельница стоит, да. Ставите, да. Угу. Все. Никаких абсолютно проблем с нас. Музыка с блютусом, ездим, музычку слушаем. Круто, круто, шторочки поставили. Летом кондиционером пользовались? Летом пользуемся кондиционером, да. Особенно, когда работаешь в паре с камазистами, там, грузишь им. Когда 30-градусную жару. Подъезжают они, да? Они умирают, и подходят и говорят, можно я у тебя посижу немножко, пока ты меня грузишь? И ты вот грузишь его там 5-10 минут, он у тебя сидит, отдыхает от жары. В этом плане, потому конечно, кондиционер... И есть кондиционер, ты еще не выматываешься так. Конечно, не выматываешься. Ну, если, не устаешь. Если 35 на улице, то в кабине 60, по сути. Нету, если... Мы этого не знаем, слава богу, и знать не хотим. И нету пыли в кабине. Все чисто. И, да, ну, закрыто все. И ты после работы вышел человеком из кабины, не в пыли, не в этот весь не потек. Плотный, да, жирный, да. Весь как мыльный, да. Ну, круто, что? Круто, есть кондиционер. Райконтрол присутствует на эту машину. Ничего не... В принципе, поставили бузгровики. Как вам решение? Как нам Владимир посоветовал, смотри, так мы штоки сделали. Штоки чистые, все чисто. Да. И вообще не забивается. И здесь грунт ничего не попадает, не забивается отсюда сверху вообще. Ну, крутое решение. Спасибо тебе за совет. Рекомендуете ее? Рекомендуем, конечно, всем. Поставим. Обычная транспортерная лента. Где можно такой купить вообще? Можно нам позвонить, мы вам подарим на брызговики. Все, номер поставим. Резина нормально вся, да, Мишлен, как, все, да, без проблем. Да, хорошая резина, ну. Проколы много, мало, сколько раз прокнули? Ну, два. Жгуты. Два жгута, наверное. За год два жгута? Да, и все. Не считая вот первого только идиотского поступка. Ну, там понятно, там, потому что труба, она как бы все. Труба в снегу, а головы не было, и ковш не опустил передний, и по ней проехал. В принципе, друзья, кто помнит этот экскаватор, когда мы его снимали год назад, в принципе, он не изменился, значит, по лифтам, по этим все нормально, потеков двигателя, коробки, распределитель, никаких, ну, луж не остается, ничего, все. Мажем стабильно каждую смену, вот здесь, правда, вот это, ну, намазывается, там, каждые 2-3 месяца приходится керхером смывать все это, иначе он будет просто черный. Ну, это побочный эффект от смазки. Ну, это как бы. А если не мазать, он будет чистый, но недолго. Лучше грязный. Лучше грязный, мы тоже так думаем. В принципе, спереди у вас стоит нож, да, вместо зубов, да? Поставили нож, перевернули его, он стащился с одной стороны уже. Мы не стали хардик ставить и пожалели, конечно. А нижний уже, смотрю, еще немножко и уже надо будет. Надо будет. Ну, еще может быть, лето сейчас не так он и будет износиться, а в следующем году, к зиме, наверное, может, надо будет уже переварить. Как раз лето не будет изнашиваться, потому что планировка участков сейчас начнется. Да, но да. Планировка он особо не изнашивается, он изнашивается при чистке снега особенно, самый сильный, когда ты, да, ну, до асфальта чистишь, да. При грунте он меньше. Он меньше изнашивается. Опять же, грузишь, когда гидромолотом надолбишь, все это где-то подтолкнуть грузишь, ну вот, особенно передний нож, он очень сильно изнашивается. Бетон, да, бетон берешь челюстью, потому что так он не берет. Да. Ну, это же бетон с арматурой, это последняя категория материала, который, это самая тяжелая категория материалов, то есть это очень тяжело, это очень тяжелая работа, поэтому она должна быть оплачена, он даже не долбится. Очень тяжело, прям долбишь, дым, и как будто дым, да. Кусками дым идет, не рвется, такое тоже бывает. Ну, расскажите про этот, про второй. Вот, это наша не сбывшаяся мечта Volvo, которую мы у тебя хотели купить, которую ты нам не продал. А знаете, почему Паша так говорит? Потому что он с первого дня мне звонит и хочет купить Volvo. Вот, что ты мне продашь. Потом пришел момент, когда все-таки он меня добил. Я сказал, что хорошо, Паш, я продал. И в последний момент
так случается у нас в стране, что очень все быстро меняется. И я передумал ее продавать вообще. И сказал: Паш, извини, я, короче, я не буду продавать. Мы обиделись. Прости, прости, что ты меня столько ждал. И Паша обиделся и поехал, купил себе катапиллера. Да. Еще второго. И что я хочу сказать. Это очень правильное решение, что купили два одинаковых экскаватора. Я думаю, мои коллеги меня поддержат, что именно когда две единицы одинаковые, там три, пять, ну чтобы были одинаковые, одной марки. Купил одно масло, заливаешь ты там, одну резину, запаску и там, и там. Палец купил там, например, здесь, купил в два раза больше, и там подойдет, и там это. И все одинаковое, и по мощности нет такого, что нет, с маленькими колесами вы нам не отправляете, отправляйте того, который с большими. Что этот может туда поехать сделать работу, что другой. Поэтому... Ну, старичок, но живой старичок. Что, поэтому... что почем, за сколько и так далее, где купили? 2008 года, значит, техника 12500 моточасов наработки у него было. А, премьер какая-то, как называется она? Премьер, видишь, написано? Комплектация, ага. Комплектация, это у них... Там юбилей фирмы было, и они выпустили такую комплектацию. Ну, он максимальный комплектация, весь на джойстиках, райконтрол, кондиционер, все. Коробка, автомат. То есть он в более богатой комплектации, чем здесь, потому что здесь не автомат-коробка, не джойстики, а здесь он максимальный. И здесь покомфортнее будет работать, да, если в плане. Если бы он был, сейчас он немножко неисправен. Был бы он исправен. Да, в принципе, на нем и сейчас комфортно работать. Уже комфортно, он, да? Он тяжелый, потому что. Он тяжелый и он сильный. То есть даже когда чистишь снег, там 2 тонны разницы в массе. И нагрузка, наверное, гидравлик, который выдает, я не знаю. Ну, на нем приятнее работать. Этот более резкий, он все быстро делает. Но здесь запас прочности чувствуется, что он вот медленно поднимает, но много. Ну, у меня такое ощущение было, мне на нем понравилось работать. Есть момент отрицательный, да? Здесь, кстати, крабовый ход, да? Крабовый ход — это такая вещь просто вообще сумасшедшая, особенно зимой. Особенно, когда чистишь снег в СНТ, где есть уклон дороги влево или вправо. Ты обязательно скатываешься. Да. Тут просто включаешь крабовый ход, я так уже привык, я прям на ходу переключаю, ловлю этот момент. И едешь боком, и он ровно идет даже на уклоне. Все четыре колеса либо вправо, либо влево, да? Или прижался к забору. Все, шикарно. Включил крабовый ход и отъехал от забора. Если боком тебя притянул. Как бы обязательно нужно. Ну, я не знаю, как нужно. Я просто не представляю, как без него работать, если честно. Ну вот это и есть плюсы равноколесника. Да. То есть понятно, что за равноколесник и расход больше, и стоит он дороже. Но он и более универсален, он и более производителен, поэтому это и есть, конечно, фишка равноколесник. Но надо еще уметь и пользоваться. Ну конечно, все с опытом приходит. Да, да. Здесь тоже есть крабовый ход, но он сделан по-идиотски. Он не управляется, задние колеса не управляются рулем, а управляются кнопками на джойстике переднего ковша. То есть вправо-влево, да? Вправо-влево, кнопкой нажимаешь просто. И когда здесь ты выворачиваешь, у тебя и передний и задний мост поворачивается, здесь нет. Здесь ты должен отдельно зад выворачивать, а отдельно перед рулем. Ну это, конечно, сильно неудобно. Надо, конечно, вообще подумать, может, как сделать, чтобы быть как здесь. Возможно такое? Ну, может быть, и посмотреть, в чем разница, но может быть разница только в распределителе крабового хода, и если его поменять, то в принципе... То есть сделать один единый распределитель. Ну вот здесь же один распределитель стоит на крабовый ход. Может быть, кстати, сейчас из-за него у нас... Может быть, и проблема сейчас из-за него тоже быть. Зато какой здесь телескоп? Какая стрела здесь? Да, друзья, кстати, вот кто спрашивал разницу 444 и 434, смотрите, здесь стрела, как я вижу визуально, у нас конструкция здесь по-другому, потому что стрела идет посередине поворотной тумбы. А здесь у нас стрела идет снаружи поворотной тумбы. Здесь у нас нижний палец соединения стрелы поворотной тумбы один целиковый. А здесь палец у нас... Ну, то есть здесь два пальца, да? Здесь он не целиковый. Идем дальше. Вот эта толщина цилиндра, вот этот у нас 444, и он намного толще, чем на 34. То есть он прям визуально... Прям разница очевидна. То есть
принципе, можно и рулетку. В принципе, и те два цилиндра. Они все, да. Да, в принципе, и вот и этот рукоять, да, то есть намного толще, чем вот этот на рукоять. И здесь телескоп, сама стрела длиннее, чем здесь. То есть даже здесь сама стрела длиннее, и пальцы толще. Вот если посмотреть на этот палец, да, то есть и палец толще будет. И телескоп здесь другой, то есть здесь телескоп внутренний, да, то есть и здесь можно копать, бревна брать, песок, и ничто не попадает, никакой абразив сюда. То есть я считаю, что, конечно, вот эта стрела, она практически так, как должно быть на любом из катапогрузчиков, что идет стрела, снаружи рукоять, да, как я всегда, друзья, вам говорю, стрела должна быть снаружи, потому что чем шире у нас эта вилка, чем меньше на ней нагрузка. А здесь почему-то катапиллер решил и сделал наоборот. Ну, пока здесь у вас все хорошо, ну, нет никаких проблем, ничего, да? Нет никаких. В этой мощности вполне хватает, трактор двигается. С этим экскаватором есть небольшие проблемы. Что за проблема есть вот экскаватора с гидравликой, да? Что ты говорил там, в нагрузке, не в нагрузке, плохо заводится, да, или что? У этого экскаватора, когда, значит, минус 10, да, он очень плохо заводится, как будто что-то тянет его. Как будто аккумулятора не хватает, да? Да, как будто аккумулятора. Он то прокрутит, то потом хоп, остановится. И мы не понимаем, нам приезжали там масла менять, специалисты говорят, это, наверное, топливный насос, все, приговорили нам топливный насос, значит, мы уже начали откладывать, да? Начали откладывать на топливный насос, значит, потом приехали второй раз, да, там, доделывать вещи, подсоединили манометр и говорят, что, оказывается, у нас еще постоянное давление в системе, то есть насос не сбрасывает. Ну вот, мы, значит, еще раз расстроились и начали еще откладывать деньги. Те даже, которые он еще и заработать не успел, да, но мы уже с другого откладываем. Ну вот, значит, дождались мы Владимира. Сейчас, друзья, я вам покажу, в чем все-таки проблема, кто создает давление, да, все-таки там давление есть, стендбай. Сейчас я вам покажу, насколько она большая. Еще Паша мне сказал еще давно, у него еще во время работы опускается аутриггер, да? Во время движения. Во время движения, да, опускается аутриггер. Ну, телескоп, ну, телескоп, наверное, да. Телескоп опускается, скорее всего, из-за просто гидроцилиндр, да, что пропускает. А что касается аутриггера, то у аутриггера есть замки, гидрозамки вот здесь. И сами по себе аутриггеры, то есть, ну, в приори никак не могут падать, если только не изношен сам цилиндр внутри, да, то есть уплотнение между полость штаковой и поршневой сам не перепускает, а так больше никак не может. Да, и когда едешь, они опускаются, примерно каждые 10 минут их там подтягиваешь, и трактор как будто ему... Оживает. Да, оживает, да. Я на это не обращал внимания, а сейчас вот ты приехал, сразу же за 2 минуты нашел проблему. Да, друзья, короче, проблему мы уже нашли. Сейчас я вам покажу, что я всегда вам говорю. Давление стендбай, давление стендбай. То есть это давление ожидания, да? Это когда вот мы завели экскаватор, и у нас уже, друзья, давление 200. Представляете, в какой он нагрузке? В огромной. То есть у нас идет управление на насос, так как здесь насос стоит аксонально-поршневой, который реагирует на изменение нагрузки, да? То вот здесь у нас уже давление 200, представляете? То есть давайте я заглушу. Видите, давление упало. И завожу. И увидите, как у нас поднимается давление. Сразу. Представляете? Вот смотрите. Так, попробую еще, конечно, его держать. Вот я только немножко буду опускать. Видите, сразу начало падать давление. Подержи, пожалуйста, Паша. Сразу падает давление. Вот, только вот касаюсь. Оп, все. Давление стендбай 10 бар, как оно должно быть. 10-20 бар. И у нас, когда вот падает давление, у нас и двигатель начинает работать намного мягче. И никакой вибрации, ничего не чувствуется. Вот такая вот проблема.
Надо уже сейчас будем думать, как его решить. Сами джойстики не фиксируются или что, в чем проблема. Сейчас будем искать. Ну, проблема, то есть, что касается именно у триггеров. Они создают, делают давление стендбай. Из-за этого он плохо заводится. По сути, он на четвертой скорости, даже на подъемах, он должен плохо тянуть. Из-за этого, потому что нагрузка постоянно. Еще и греться должно гидравлика, и все, и все, и все. Здесь при заводке стартером уже есть давление стендбай, давление ожидания уже 200 бар. Я сегодня помучился устранить проблему, пока нам не получилось, потому что еще и снимать для вас видео мы должны. Но, в принципе, огромное количество работы я уже сделал, то есть, в принципе, определил, что давление, то есть, не создает заднее распределитель, а где-то дальше. В любом случае, будем читать схему электрическую и эту проблему устранится, и будут ребята ехать в полную мощность, в полную силу. Пока экскаватор, так как есть давление стендбай, вот это, он и не может разогнаться, да, в полную мощность. И, естественно, и расход солярки, и все остальное. А вы успели на нем покопать что-нибудь? Да, конечно, копали на нем. Уже копали, да, прям? Да, да, и копали, и снег убирали, все делали, как бы. Работали на нем. Все, уже работает в полную силу, в принципе. Сейчас середина марта. Работы сейчас, ну, сейчас мертвый сезон начинается, работы мало будет. Ну, естественно, цена поднялась на все на это, и мы не знаем, почем сейчас работать, в какую цену людям говоришь, допустим, 2,5 час, они охают-тахают и куда-то уходят, непонятно, наверное, кто-то все-таки еще по 2000 работает, но по 2000 работать это, ну, вообще сейчас нельзя работать за такие деньги. Ну, 2000, да, это, ну, вообще ни о чем. Ну, просто для, особенно, это же самые большие производительные эскалаторы погрузки практически, одни из самых. То есть, это же не 426 индийской сборки, который, ну, тут и скорость передний ковшом и задний ковшом, ну, в сравнении с эскалатором погрузки с другими, здесь большая. Тем более здесь даже ковш объемом больше. И задний ковш, и передний ковш. Здесь 70-й стоит, да, 1,3 куба передний ковш. А здесь 1,15 и 60-й ковш. 60-й, да. Но он визуально прямо видно, что тут больше, и стрела длиннее. Кабина здесь вот такая какая-то полукруглая. Да, но это на Е-серии, вот кабина раньше у них полукруглая такая шла. Но сейчас у нас небольшой бардак, так как мы разобрали, да, тут пытались чинить всю эту гидросистему. И вот задний распределитель, вот распределитель на линии ЛС. Я открутил заводники, все проверял, все смотрел. Были сначала подозрения, потому что на джойстике управления у триггеров, потому что когда их немножко шевелили, у нас давление стендбай падало. Но проблема не в них. Все это определили, что проблема не в них. Ну, будем искать дальше. В принципе, Е-серия, вы ее знаете, она вот управление коробкой, автомат, рейконтрол, свет. А здесь регулировка руля только по наклону, по вылету нету, по да? По вылету нету. Но они уже сейчас ее сделали, по вылету тоже. И еще, может, у кого есть, ребята, флажок вот этот на челюсть, он здесь сломан, если, может, у кого-то есть, или где купить, или как здесь сделать от чего-то другого, напишите, пожалуйста. Поможете Паше. Да, помогите нам, пожалуйста, друзья. Мы замучились искать. Нашли джойстик от него в Турции за 800 долларов. Сами понимаете, 100 тысяч за джойстик отдавать не имеем такой возможности и желания. Сам джойстик целый, только вот эта кнопка слайд. Флажок. Вот этот, флажок. В принципе, и по стреле, передней стреле, да, вот и даже здесь цилиндр, наверное, вот эти тоже объем чуть больше, чем да, здесь. Да, больше, по диаметру больше. Да, тоже объем больше, и шток больше. И шток больше по диаметру. Ну да, это вообще другой эскаватор. Вот техника с 2008 года, посмотри на цилиндр его, ни одной капельки. Да, ничего, не открутено ни разу, ничего. Ни разу, да. Вот только вот это... Усиление здесь какое большое, ну, где соединяет. Для чего вот там эта палка вот? Это выравнивание в горизонт. Почему она такая? Зачем она такая? Ну, вот у вас там здесь стоит... Здесь какой-то датчик стоит. Ну вот, Паша, у вас там стоит шпилька вот тоненькая.
А, да. Это по-другому. Но раньше вот так. Ага. Вот этот датчик, где он считывает, когда он сюда прикасается, это значит, что ковш в горизонте. А, вот все, да. Ну, в принципе, ну, кстати, регулировать надо, или он просто не работает? Потому что, горизонт он не ставится, он продолжает дальше подниматься. Да, может, он, видишь, он немножко и согнут, и, скорее всего, регулировать надо. Паш, иди я тебе этот, про деньги расскажи нам. А, про деньги. Пашка не любит про деньги рассказывать. Не люблю, потому что клиенты, понимаешь, сейчас вот на данный момент, вот у нас был клиент, ага, у нас на работу, ага, а у него заплатил нам за смену, а у него там получилось 2 часа переработки, он до сих пор нам деньги не отдает. Не хочет отдавать, говорит, вот ты и так с меня дорого взял, говорит, я с ним по 3000 час с него взял, с НДС. Ну, есть возможность самому попробовать, и покупаешь себе эскалатор погрузчик за 21 миллион на сегодняшний день, да, заправляешь его и попробуешь работать, и как бы, если ты считаешь, что это будет дорого... Я сейчас даже по-другому, я больше скажу, у нас есть... человек, который, как они называются, перекупы, да, которые звонят и ищут, как они называются? Диспетчеры. Диспетчер. Вот, и он постоянно звонит нам, а мы постоянно заняты. Он говорит, столько работы у вас. Вообще, я, говорит, тоже хочу трактор купить. Выгодно? Конечно, выгодно, говорю. Вот. Ага. Вопрос тут поднимается такой. Вот у нас есть база, где этот трактор стоит. И здесь все есть уже у вас. Есть охранники, которые за ним следят, чтобы он ночью не уехал. Есть куб, вон он стоит, заправка. Есть УАЗик, мы в УАЗик куб закинули, поехали, заправили его на смену. На объект. Есть трактористы, если работы нет, у нас трактористы пошли делать другую работу. И мы им всегда платим зарплату. Да. Есть автомобили, есть компания, которая покупает запчасти. Нал без нал. Мы сами ездим, нал без нал. Как бы вот эта структура... Все это уже было до этого. Конечно, это все было. Если покупать трактор, ты сидишь дома и в квартире. Думаешь, куплю-ка я трактор, а куда ты его будешь ставить? А кто на нем будет работать? А как ты его будешь заправлять? А где ты его будешь чинить? А кто его будет обслуживать? Кто его будет обслуживать? Это очень важные вопросы, но люди их почему-то себе не задают. Вот, а так, конечно, интересно. Было бы неинтересно, мы бы второй не купили. Цена. Значит, первый мы купили в том году за 8 миллионов 300 тысяч рублей на наши деньги. Тогда это было 108 тысяч долларов. Плюс лизинговые платежи, итого 10 500, что-то такое, в круг со всеми, ну, полностью. На 4 года. На 4 года в лизинг. Он сейчас у вас еще в лизинг? В лизинг, да, конечно. В месяц мы платим 3 миллиона мы внесли первоначально за него. И 140 тысяч в месяц мы отдаем лизинговый платеж. Он себе на лизинг спокойно зарабатывает или все сложно? В среднем за 12 месяцев средняя его выручка это 500 тысяч рублей в месяц, там чуть больше 540. Выручка. Выручка. Минус 140 лизинг, минус зарплата тракториста, минус солярка, минус расходники. 200 тысяч в месяц он остается с него чистыми. Сейчас подождите. А откуда вы работу берете? Вы сделали сайт? Нет, мы просто у нас есть Авито. Объявление на Авито и все. Вы сайт не создавали? Нет. Услуги спецтехники? Создавали, такие... никто не звонит. Да. Есть сайт, никто не звонит абсолютно. Яндекс.Директ. Яндекс.Директ, даже мы рекламу закидывали на Яндекс. С Яндекса никто не звонит. То есть вы не советуете людям на рекламу там вкладывать деньги? То есть у нас есть сайты, как бы есть человек, который занимается конкретно сайтами, да, опять же. Да. Он нам сделал отдельный сайт-визитку на трактор. Да. И мы даже в директ зарядили денег, ничего, ни одного звонка. А Авито есть? А все с Авито приходит. Все только с Авито. Понял, короче, на Авито даем объявление и не паримся. И не паримся, да. А если его продвигаешь, то реально он продвигается. А если еще вот на ваш Авито вы также можете ставить ссылку на ваш YouTube-канал. Клиент, который посмотрит на Авито, он перейдет по ссылке, посмотрит ваши работы, которые вы сделали. Например, делать какую-то работу, вот начало, вот конец сделали. Вот клиент доволен, который скажет вам спасибо за эту работу. И это тоже будет такой, скажем так, уверенность в вас, что как бы люди реально есть. Вот у них еще YouTube, как они работают. То есть это тоже немаловажно, что и советую вам это сделать. Это не сложно, так как у вас есть YouTube-канал, друзья.
У ребят есть YouTube-канал, пожалуйста, перейдите по ссылке. Мы как очень, он называется? Очень редко снимаем. Саша, Паша и Кабан. Саша, Паша и Кабан. И теперь Секач. И Секач. Ну, надо будет изменить название. Ну, это слишком длинное название, оно и так длинное название. Можно повесить онлайн-камеру трактористу, и он будет постоянно, когда трактор заводится, включаться камера и смотреть онлайн. Трансляция. Я вам советую, даже когда вот ваш оператор работает где-нибудь, можете поехать и там хотя бы полчаса поснимать работу. И это выкладывают в YouTube. Вот просто есть вот работу. И это круто. Это реально. Как работа? Какую-то работу там? Копать какой-нибудь котлован или что-то, толкать какой-то грунт. Просто вот поехать там, мимо проехал, остановился, поснял это, выложил в YouTube. И это. Ну, сейчас уже YouTube, конечно, если не заблокирует. Не завтра, да. Может быть, если не заблокирует, то в принципе. Нужно подождать, что-то будет же другое, наверное. Да. Да, все-таки сейчас в такое время снимаем, что непонятно, интересно, даже интересно, это видео выйдет, не выйдет, не выйдет и так далее. В очень сложное, трудное время живем. Думали в прошлом году, что достали до дна, да? Да. А потом нам постучали снизу. Потом постучали снизу, то что мы еще не на дно, есть еще ниже. Да, значит, на сегодняшний день мы в декабре думали, так хорошо, давай-ка мы возьмем еще один. Позвонили в Цепелин, они нам сказали, друзья, 138 тысяч долларов, 432-й, да? Да, 434-й, еще дороже было, они нам даже цену не стали говорить. Ага. А предоплата сейчас, он приедет к вам в июле. Мы подумали, зачем нам в июле к концу сезона, да еще и за 140 тысяч долларов, да еще и доллар другой. Когда у нас да еще и трактор 32-й, а не 34-й. Когда у нас будет Volvo. Зачем будет Volvo полностью восстановленная, да? Поэтому, как бы это не наш вариант, а сейчас отгрузки остановлены полностью, и купить новый трактор уже, в принципе, невозможно на сегодняшний день. Поэтому вот он, 8-го года приехали к человеку, за 6 часов, за 6 лет он сказал, что он наработал на нем 500 часов. Он брал его себе, у него было частное рыбное хозяйство, и он там что-то подкапывал себе для удовольствия. Брал его за 2 миллиона 400 тысяч рублей, он его 6 лет назад брал. Вложил в него еще 600 тысяч, поменял все пальцы. Даже чеки сохранились из Цепелина. Приезжал Цепелин, ему все менял. 12500 часов наработки у него, 4 миллиона 600 тысяч рублей. Вот его цена, как бы. Ну, тоже успели, если честно. Тоже успели. Успели, да. Ну, на сегодняшний день мы сразу же сделали это, поменяли расходники все, это 100 тысяч рублей. В круг масла. Масла мы поменяли. Что мы еще сделали там? Ну, шкварня что-то вы там делали, там шкварня. Корень, палец. Сальники поменяли. Сальники, да. Сальники бортовых текли, с одной стороны, да, поменяли. В общем, 200 тысяч рублей на данный момент мы в него вложили уже. Всего лишь, я бы сказал. Надо еще разобраться с давлением ожидания и с кнопкой вот этой на челюсть, да? Да, и все, и будет, в принципе, идеально. Но он уже работает, и мы уже рады, что он у нас есть. Он уже денег зарабатывает. Планируете резину менять или пока... Нет. Пока сейчас. Нет, она пока жива здесь, пока хорошая. Нет, ну я имею в виду, вот когда износится, будете Нортек ставить. Мы нарежем этим станком, купим станок, еще один рисунок нарежем. Как на Формуле 1, да, делают. Нарезают протектор. Как раньше. И мы также протектор нарежем. Неизвестно, что будет, не знаем, какая резина будет. Но Мишлен колесо мы покупали. Покупали диск в запас. В запаску диск не оригинальный, покупали за 24 тысячи рублей. И колесо мы покупали за 52 тысячи рублей. На данный момент диск стоит 60 тысяч, не оригинальный. Колесо я позвонил, где мы брали, говорит, два колеса таких осталось. И то в резерве 106 тысяч колесо. Один баллон, да. И когда будет следующая поставка, неизвестно. Поэтому на данный момент пока Мишлен стоит в сторонке. У нас есть запаска одна. Но у нас есть запаска. Мишлен. Мишлен, да. С диском, и она подходит и сюда, и сюда. Где уже так что вовремя. Она нас выручала. И хорошо, что она, у нас тракторы одинаковые, запаска одна на два трактора, о чем ты и говорил. Да, благодаря тебе. Все, спасибо. Все, что делается, все к лучшему. Точно. Все к лучшему. Да, оператора два у нас. Был один Сережка, и мы работали. Ну, у вас два Сережа и два Катерпиллера. Два Сережа и два Катерпиллера, да. Нам вас... звонят, пришлите нам тот трактор с Сережей. Ну, какой трактор у нас, их два и два Сережи теперь, да. Вот так и работаем. Ну, в любом случае, если вы отправите Катерпиллер Сереже, в любом случае мы попадем. Вы будете прав. Конечно. Но вы и Сережа прав. Это же Сережа и Катерпиллер. Все, да.
Совершенно верно. По этим, по лизингам, платежи, они как, ничего не изменится сейчас, как вот вообще, все как есть у вас, да, в договоре прописано? Да. Я думаю, да, ничего не изменится. Процент там вообще какой-то небольшой, 6-7% что-то такое, годовых. Но это выгодно, потому что он должен работать и отрабатывать себя сразу, 10 миллионов отдать, 11. У нас такой лизинг рублевый, и там, насколько... Тогда было, да, что было прописано все, что... Как было прописано, так осталось. Да. Я надеюсь, что ничего не изменится. Хотя форс-мажоры, что они там придумают, мы не знаем. Надеюсь, что ничего не придумают. Надеюсь, ничего не придумают. По работе, ну, признайтесь, как быстро научились работать, как, какие косяки, в любом случае, где-то что-то зацепили, как, что... В течение... Сколько эмоций. Ну, расскажите. Так как мы любим технику, да, и наши эмоции это были первое... Я научился работать на первом на ковше на переднем. Снег чистил зимой. Снег чистил. И мне так понравилось. Летом надо было, не было у нас тракториста, и надо было ехать на заднем. И я приехал, а там говорят, выкопай нам пруд. Ага. Я звоню Сане. А пруд 25 на 18 и полукруглые формы с двух сторон. И при этом скос под 45 градусов. А мастер в хлам пьяный, вообще в ноль, который должен был... Вот здесь, короче, вот я тут очертил, вот так вот, вот пруд, и под 45 градусов уклон, чтобы было, глубина 2,5. Ни линеек, ни нивелиров, ничего. Не может быть такое в России, зря ты... Не нагад... может быть, да? Не в нашей стране. Я начал учиться копать, причем я приехал переделать работу за кого-то, кто-то, говорит, приехал, 2 дня нам копал и не смог выкопать. Я, значит, заново закопал. Я обратно закопал и, ну, примерно видел видео, как копают, и начал копать, короче. Ну, естественно, я день поработал, потом Саня приехал и за второй день все закончил. Закончили этот пруд, да? За 2 дня. Копали, возили грунт, да? Да. Он говорит, тут 400 кубов. Я посчитал, ну, вроде по математике хорошая оценка была. Я говорю, тут 750, говорю, никак не 400. Это говорю... утоптанной землей, когда я выкапываю, когда я выкапываю, говорю, еще больше. Да. Там КамАЗ этот возил, не перевозил, уже не знал, куда сваливать, на самом деле. Заборов сколько мы подвинули, домов чуть не подвинули. Что, какие случаи, что вот, может, посовет какой-то там, что? Да, не торопиться. А, не торопиться. Да, самое чтобы главное, не было, да? Не... Чтобы не было, не надо спешить и никого слушать, потому что говорит, да вот здесь вот так вот, давай, сейчас я тебе скажу, не надо никого слушать. Сам, да, потихоньку. Да, я приехал в СНТ, отработал гидромолотом. Очень тяжело. Так обрадовался, пока закончил. Все, он не нужен, можно отгонять. Почему? Пускай познакомит. Познакомьте нас. Это наши операторы Сергей. И Сергей. Ну, Сергей, мы знаем, Сергей. У них имена, трактора почти одинаковые имена. Надо будет имя Сергей написать. Да. И в бой. Да. Да, наверное, забирайте трактора, можете все уже ставить на место. Так вот, и закончил я такой радостный, хотел быстрее домой уехать, а там ворота раздвижены на выезде с СНТ. Ага. Я думал, пройду, не прошел. И ворота эти снес. Прям передний. А как, по ширине не прошел или что? По ширине, они открывались, а я думал, ну сейчас как раз они откроются, а я же профессионал, сейчас я проскочу. Ага. Не успели они открыться, я не проскочил. Только они же виноваты. Я не остановился, ворота открывались. Ну вообще они виноваты. Они не успели. Не успели. Давайте наблюдаем, как они сейчас уедут. Два таких монстра. Там задние, да.
Честно говорю, искренне, прямо у меня душа радуется за вас. Спасибо. То, что вам таких мощных, красивых экскаватора, и все у вас получается. И с нами делитесь своим опытом, своей практикой. А у тебя, Паш, был какой-то случай там, что-нибудь там? Крышу ты у дома. А, ну меня загнали, я, так как я другой бы сказал, я сюда не поеду. А так и как... было, так и было. Приехал один тракторист, а, да, и говорит, я туда не поеду. Они говорят, что ты не умеешь? Он говорит, я умею, но здесь тесно, я не буду работать. Ага. Они позвали нас. Поехал Пашка, говорит, фу, я, конечно, умею. Ну и, конечно, он крышу у дома немножко. А что, надо вдоль стены были копать или что? Нет, надо было заехать во двор и песок завести в фундамент рядом, а рядом жилой дом стоял. Ага. И все это в одном дворе было, и я, когда выезжал обратно из двора, не опустил стрелу. Стрелу и верхней стрелой крышу дома, там, козырек, вот это все замял, поэтому... Это опять же из-за чего? Из-за неопытности и невнимательности. Невнимательность. Ну а кто-то бы туда вообще не полез бы. Поэтому, так как мы хотим сделать все и всем помочь. Ну потому что как бы надо, да, и зарабатывать, и не отказываться. Да, и заработать охота, да, поэтому есть. Ну, ничего страшного, это все чинится. Главное. Фонари на грузовиках колесом тоже я ломал. Тоже ломал. Да, грузовиках. Подъезжаешь опять, обычно в колесо упираешься передним колесом, ага, и выгружаешь. А тут немножко левее взял самосвал и вместо колеса уперся в фонарь. И потрясало все. Ну, естественно. Ну, заборы, естественно, где-то придавило. Ну, по воде там едешь по мокрой земле. Такие вещи, как заборы, ворота, крышу на дом. Газовые трубы. Сложно, наверное, на таком технике вообще почувствовать, да? То есть, Вообще не чувствуешь, только по звуку. По звуку, да. А так бы, если... Был у меня еще случай один, перебью, что ломал дом, то есть дом уже сломали, я грузил и задней стрелой подтаскивал, значит, остатки. А люди собирали доски в это время, то есть мотались по стрелу. И у меня сорвалась стрела, я не сорвалась, а я в бок ее уводил и не увидел его, как дал ему по плечу. И он отлетел, и слава богу, без жертв, ничего не сломал, там мягенько получилось. Но суть в том, что очень много людей лезут, которые лезут под стрелу. Техника безопасности, да, не знаю. Да, этот трактор весит там 10 тонн, и даже ты, если там что-то сделаешь человеку, он даже не почувствует. Трактор. А человек почувствует. А может, человек не почувствует уже тоже. Поэтому, ну, моменты всякие бывали, да, всего и не вспомнишь, но... Газовые трубы рвали, провода, кабеля рвали, естественно, не без этого. Копаем все. Есть что-нибудь? Ничего нету, копайте. Серега копает. Какую-то трубу ПНД выкопал, порвал. Ага. Ну, выкопал. Сказали, ничего там нету. Копает дальше. Вышел покурить. Что-то шипит. Что-то шипит, да. А в тракторе же не слышно. Да, конечно. А газ, все. Вызвали газовщиков, приехали они, починили все. За? Ну, кабеля, естественно, высоковольтные, постоянно. Ну, надо делать все аккуратно. Прям тянешь, оп, не тянется. А, что такое? Лопаткой подкопал кабель. Ну, порвешь высоковольтный кабель, ничего хорошего не будет. Кстати, мы еще не сняли, мы не показали вам нашего малыша. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Это та техника, на которую можно повесить все и... И ни с чем не справиться. Не, почему? Можно косить сено, пахать можно, подметать можно, все можно делать. А где Серега, Паша? О, три красавца в ряд, да? Вот это наша... Тоже, это, кстати, наши инвестиции. Гордость, да? Тоже, кстати, мы успели его купить. 2000 какого года? 2013 года за 1 000 000 рублей мы забрали его. В идеальном состоянии. Участника был у хозяина. Мы поменяли мы лопату переднюю, купили новую только. Поехали. Счастливо. Поменяли переднюю лопату, купили новую, потому что та была совсем грустная, она как жестянка. У кого за сколько отзыв какой? Лопата 130 тысяч рублей. Большая земля. В сборе со всеми делами, с цилиндрами. Слушай, здесь резинка, там нож внизу. Визуально выглядит хорошо. Она мощная, она хорошая. Выглядит хорошо, сильно. Большая земля производителя. 130 тысяч? 130 тысяч. Это и стой, и стой. И... Да, все полностью с подвесом, с пружинами. Только подключил. Только подключил и все, да. Как, сколько заказов, какие заказы вы на нем брали? СНТ. Сколько, СНТ.
исключительно чистка снега на СНТ. То есть дороги в бок, да? Дороги в бок сдвигаешь, да. Свежий снег, опять же, мы привыкшие работать на большой технике. Когда я сел на него и поехал чистить первый раз. Ага. А у тебя есть права на него? Категория С есть. А у него тоже С идет, тоже да? Тоже С, да. Тоже С. Угу. Поехал чистить, я просто исплевался и сказал, я больше не поеду. Почему? Ну, потому что он весит 6 тонн, а не 10. Он 6 не весит. Да не весит он 6, он что-то 4 тонны весит. 4, что-то такое. Да, до 4, наверное, 3700. Да, да, да. Ну, может, с отвалом это, может, там 4 тонны. Ну, да, в общем, он очень легкий. Ну, два раза. Сверху снег накидало, его можно сгрести. А я-то кучи-то, поехал кучи этих. То есть сгребать. Ты думал, что сейчас... Сейчас вот, я, да, как сейчас возьму, как сдвину все это. И не сдвинул. А еще и застрял. Что получается? Буксует, и что делать? Ну, он буксует. Если сходу начинаешь двигать кучу, он перепрыгивает и на ковше, на лопате виснет. Я его выкапывал вообще, чуть с ума не сошел. Ну, ковша же нету сзади. Конечно, нету. Там привык и уехал, вытащился, и все, и красота. И крабовый, и не крабовый, да. Ничего, да. А здесь он повис, и все. Пока из-под лопаты полностью снег не вычистил, из-под передней, чтобы он колесами... Опять же, а за лопатой сзади... Тоже он перепрыгнул через кучу, и сзади куча. И спереди. И он на куче, и спереди куча. Он вообще никуда. Пока это все не разгреб, он не поехал у меня никуда. То есть этим трактором чистить только свежевыпавший снег. Свежевыпавший снег, да. Ну, может быть, не пухляк, но не притоптанный. Вы только что мне сказали, что типа мы не в сравнении, Caterpillar еще не успели. Вот в сравнении сразу ты поехали и сравнил, что. А, ну здесь, да. Реально, то есть Caterpillar, если опустил, он поехал. Да, конечно. То есть, даже если не поехал, сдал назад. Еще раз вперед, и он все равно поехал. Буксует, но едет. Но он стоит как бы... 1700 мы брали. 1700, 1500, когда... 1500 даже. И его все зовут, даже если он плохо почистит, но зато дешево. Да. Есть смысл. Вы не жалеете, что его взяли? Не жалеем, нет, потому не что жалеем. Он уже подорожал, это во-первых. Получилось вообще за зиму что-нибудь заработать? Конечно. Получилось, да? Не скажу сейчас точной суммы, но вот... Что-то сколько? В районе 300 тысяч, по-моему, мы заработали. На нем. На да. нем, да. Летом что-то планируете на нем делать? Ну, вообще, Пашка говорит, что нет, а я думаю, что мы купим все-таки плуг и будем пахать. Дадим объявление. Опять же, есть щетка, можно еще и поливать, и как коммунальная техника работать им. Чистить пыль с дорожек, убирать. Где-то что-то, возможно, понадобится. Ну, там фрезу какую-то или что-то такое тоже, ну, наверное. Ну, фреза стоит щепка, дорого, не знаю. Щепка крошитель. Сено будем собирать, продавать, тюковать. Ну, наверное, да, потому что не знаем, что будет в этом году и что со всеми там... Это при самом худшем раскладе. Если будет плохой самый расклад, то, наверное, да. А если хороший, то он будет... То стоять это... и отдыхать, а будут те а два работать. А эта техника будет работать, да. Что у него 3000 часов наработка, вообще красота. По расходу топлива говорить тоже нормально, да, расходы у него? Конечно, нормально, больше, чем у тех. Серьезно? Почему-то я думал, что ну, он только нюхает по сравнению с Caterpillar. Нет, при том, что мы сразу его раскатили, когда купили пополам. Ага. Ага. Поменяли там шестерни, подшипники в первичной коробке. Ага. ТО сделали. ТО сделали. А чтобы сделать ТО на нем, его надо раскатить пополам просто. А каким образом, ну, краном, чем его? Руками. Руками? И вилочный погрузчик у нас. У нас есть техника же, мы загнали плату. Ну, о чем и говори, что у вас есть возможность даже и раскатить, и половинить. Мы зимой загнали в теплый склад, раскатили его с помощью вилочного погрузчика, вывесили передок отдельно, задок отдельно, все разобрали, есть станочки кое-какие там. Все, как бы 5 секунд все делается. Ну, когда есть где, есть чем и есть кем, естественно. Вот. Все перебрали на нем, так что он теперь в идеальном состоянии. Поменяли форсунки, потому что он дымил, ну, сильно жрался. Почем форсунки, кстати, стоят? 5000 рублей, что ли? Одна. Что-то совсем они дорогие. Да, там, может даже меньше. А там просто копейки. Как называются форсунки? Это белорусские, да? Или... Нет, не белорусские. Слушай, запчасти на него Челябинск, китайские. Угу. На него уже это... Сцепление 2500 рублей. Да. Есть там несколько видов. Мы там за 15 тысяч его перебрали просто вообще. Серьезно? Да. Понял, ну круто.
что вы сделали? Сделали очень круто, молодцы, развиваетесь и так далее, покупаете единицы. В любом случае, востребованность есть. Я даже когда работал в Зеленограде, были постоянные звонки в Сергеев Посад с гидромолотом и так далее, потому что, я не знаю почему, но, видимо, здесь люди не так насыщенный город техникой, либо что, я не знаю. Но да, это было уже давно, не знаю, на сегодняшний день. Расскажите немножко, если у нас все улажится, да, ситуация в стране и в мире и так далее. Есть какие-то планы и так далее, что там еще расширяться, может, самосвал или что там вообще, как? Да мы чуть не купили. А, уже были такие мысли, да? Да, хороший самосвал, МАН. Ага. 20-кубовый, да? Да, 18. 18-кубовик. Нет, трехосный. 18, да. Да. Полноприводный, трехосный. А, полноприводный, да. Еще мы. Блин, ну не успели мы его, забрали перед нами. Это когда? В этом году? Да буквально месяц-два назад. Ага. То есть была возможность, да, взять... Ну потому что мы работаем в паре с камазистами частенько. Они берут за час также 1700 рублей, но они больше времени стоят. Ну, я мы знаю. Работаем, а они стоят. Рейс отвез и приходит. А берут время также. Техника стоит дешевле. И обслуживать ее дешевле, чем эти трактора. Мы подумали, почему мы должны кому-то платить, если мы можем купить также этот КамАЗ. И будем с того колена, чтобы он был, да, вот эти, да, все потребности, он был, да? Вот так вот. Почасовая оплата вообще шикарно. Опять же, там грунт просит вывести, берешь 10 тысяч за машину. А там просит тебя привезти, тоже берешь 10 тысяч за то, чтобы ему высыпать. В принципе, как бы, если есть клиентура. Круговорот? А клиентура, она будет, как бы, по-любому. Ну, если есть два эскаватора и один трактор, то в любом случае уже как бы самосвал уже сам по себе просится уже. Просится, да, он просится. Он просится. Я думаю, мы придем к этому. Опять же, люди у нас есть, ресурсы людские есть. Водители есть. Водители есть, профессионалы, которые работали на совках как раз в дорожке здесь. Какой-то логотип, компанию, фирму, ну, наклеечки поставить, чтобы вот знали, что это вот едет наш эскаватор там туда-сюда, чтобы... Да на самом... О! Где наклейки на эскаватор? Есть, они лежат, надо наклеить, не успели просто. Видели, какой крутой логотип, друзья? Тут уже как бы посмотрел, уже 3000 хочется заплатить уже. Или уже кажется, что мы обманываем, много денег слишком берем, потому что мерч заказали себе. Ну, тут, понимаете, просто мы... Это когда вот ты... работаешь, этим живешь, тебе это нравится, тут как бы дело не в деньгах и сколько ты вкладываешь. То есть, если ты этим живешь, тебе это нравится, то и ты сюда и деньги вкладываешь, естественно. Конечно, вот сейчас зимой снег вывозили с заправок ночью. Вообще классно, интересно. Всю ночь грузишь снег в машину, они увозят. Ты его грузишь, они увозят. Пашка ночью по безналу работали, понал? Занал. Занал? Занал, да. Прям каждый вечер или это? Каждую ночь, вот у нас было много работы. СНТ у нас, значит, трактористы чистили, наши операторы. Днем, да. Днем. А ночью, чтобы ночью мы не Пашкой. Напрягать, я ночь, потом Саня ночь. Потом получается... в день поехал тракторист, в ночь я поехал. Получается, без остановки работал. Днем и ночью. Да. Да. Но это снежная зима была. Ну я же говорю, 2600 за год, это очень много. То есть я работал 2000, ну я работал один, 2000 часов в год. И это много, я знаю сколько, это очень много. Ну, ты работаешь практически каждый день. Ну да. Ну, не ночью, но иногда и ночами и так далее. Но если ты отработал ночью, то уже днем должен высыпаться, потому что если ты один. Ну да. Конечно, а эта техника тоже ошибок не прощает, если что-то, ну, что-то наедешь на кого-то или что-то. Достаточно большая, мощная и если ты уставший, ответственность. То ответственность была большая, конечно. Ответственность ты большая. Ты либо его сломаешь, либо что-нибудь повредишь, либо людей. Как говорит Костя из Питера, Костя, привет. Катерпиллер такая техника, что ты не узнаешь, что ты устал, пока не загружишь двигатель, не выйдешь с кабины. Точно. Совершенно. Как ты вышел с кабины, уже понимаешь, что у тебя и как бы и ноги немножко, держат, да, и ноги не держат. Есть такое, да? Есть, конечно. То есть ты сидишь и работаешь, да? А потом выходишь, ой, коленочка болит, коленочка от тормоза постоянно. А так в кабине все нормально было, да? Да, или когда копаешь задним ковшом, ой, что-то спинку прихватило. 12 часов посидел там сзади. Как одну минуту, да? Да, выходишь и думаешь, ого, оказывается, ничего себе, не так все просто. То есть, ну, тяжело, особенно с гидромолотом, когда работать... Шумные вибрации. Вибрации, это просто, ты выходишь, даже отработав там 5 часов, ты вообще весь измотанный выходишь. По машина. Сань, кто твой друг? Мой друг Уцкар, маленький, ему 8 месяцев, мы с ним на охоту будем ходить. Как зовут его? Хьюго. Хьюго. Да. Иди сюда.
сгрыз провод, гад. Все, парни, спасибо вам за ваш опыт, за вашу практику, что делите с нами, со всеми. Было время, когда вы начинали это. Я думаю, такие видео негде было вообще смотреть. Кто купил, кто вот делится таким опытом, как работают, что случилось, с чем столкнулись. Но вы с этим делитесь совершенно открыто, свободно. Вы искренние, честные. Зато за это вам огромное спасибо. Спасибо большое тебе, Володь, что приехал, что снял нас, что никогда не отказываешь, когда мы звоним тебе по любому вопросу, по работе ли, по работе трактора, по ремонту, по обслуживанию. Только по продаже отказываю. Ну, это ничего страшного, мы простили тебя уже. Спасибо тебе большое, что приехал, помог нам и снял нас. Друзья, подписывайтесь на канал, наблюдайте за каждый день, за жизнью и работой вот этих единиц, как ребята работают, как они развиваются. Я думаю, это очень интересно. И там все случаи жизни на виду, да, как говорится. Да, мы вообще культурные люди и не ругаемся матом, но иногда в процессе работы присутствует ненормативная лексика, просим за это заранее извинить. И на будущее устранить. И на будущее мы постараемся устранить, конечно. Все, друзья, всем пока, всем удачи. До свидания.